В ходе дальнейшего розыгрыша вы сможете наблюдать ведение боевых действий соединений воинских частей региональной группировки по отражению наступления вторгшейся группировки противника, а также подразделений территориальных войск по обороне населенного пункта. Впереди, на удалении до 2 километров, по рубежу заводская труба «Курган Русский», подразделения 11-й механизированной бригады Западного оперативного командования ведут бой с передовыми отрядами противника. Обороняющиеся подразделения, используя выгодные условия местности, в сочетании с огневым поражением, упорно удерживая занимаемые позиции, изматывают противника, наносят ему максимальное поражение, выигрывая время для подготовки обороны на последующих рубежах. Вы наблюдаете ведение сосредоточенного огня объединенной группировкой артиллерии Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации по подавлению артиллерийских и минометных батарей, уничтожению живой силы огневых средств противника, подавлению его пункта управления. В это время слева от нас группировка незаконного вооруженного формирования, что вы можете видеть на экране, наша мобильность осуществляет нападение с расходом на населенные пункты. Экипаж 61-й истребительной авиационной базы военно-воздушных сил Республики Воздушных Обороны выполняет боевой план. Атаки цели, занятие выгодного положения в воздушном бою, наш истребитель выполняет боевой разворот. Самолет противника, совершая противоистребительный противоракетный маневр, пытается сорвать атаку и выйти из неравного боя. Маневренно в воздушном бою истребителем Су-30 не может противостоять ни одному самолету. Республики Беларусь и Российской Федерации из глубины обороны для проведения контратаки. Движение осуществляется стремительно, на максимальных скоростях. Задача частей своевременно развернуться в боевую линию и к установленному сроку выйти на рубеж перехода в атаку и одновременно по всему фронту нанести поражение противника. Вы видите, как танковые войска вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации переходят в атаку. С выходом подразделений на рубеж перехода в атаку осуществляется максимальное огневое поражение. Особенностью проведения контратаки является одновременное нанесение глубоких охватывающих ударов по сходящимся направлениям с фронта, расширением группировки противника и уничтожением ее по частям. Прикрытием огня артиллерии части 1-й танковой армии вооруженных сил Российской Федерации с выдвижением от ледяни по части западного оперативного командования и положения непосредственно соприкосновения с противником перешли в наступление. Наступление принимает участие состоящее на вооружении союзного государства танки Т-72Б3, Т-90УБК, боевые машины десанта Т-4.
Именно на танках Су-22Б3 экипажи России и Беларуси разделили между собой призовые места по итогам индивидуальных заездов танков Беларуси в этом году. Подразделения первого эшелона закрепились на достигнутом рубеже и осуществляют подготовку к отражению возможных контратак противника. Готовятся к вводу в бой вторых эшелонов.